Ой, блин, мы же еще то-то забыли. Что в китайском набрали? Может, притащат сейчас? Нет. Это Леха что-то там собрался готовить специи. Это я съездила. Вот не буду уж я ничего показывать, все равно это уже грибы тут. Моцарелла тоже. На 55 евро нахапали его опять. Вон эту взяли. Иди за своим рюкзаком, блин. А, точно, у меня же там рюкзак. Он убежал, забыл про свой рюкзак. Вот взяли подушку. Там вот эту паэлью. Все, все. В общем, ладно, пусть чем-то хоть занимается. Пусть это. Ладно, набрали на 55 евро. Ну-ка, Лёха, видите у нас? Дело, давай. Понял, кури тика масала называется. В новой этой кастрюле. В паэлье новой. Молодец. На целую, блин, свадьбу наготовил. А еще же рис будет. Да. Давай сейчас попробуй, на, давай. Да дай мне ложечку какую-нибудь. А то это маленьким кусочком курицы, вон они, видишь, плавают. Это горячее, потому что. Я все боюсь, как бы не остро было. Не, не остро, нормально. Мне кажется, немножко соли надо добавить. Почему? Так она совсем не соленая. Una piccola sal, come dice Carlo Sardignano. Смотрите, Леха наготовил. Это у него кесо де кабра, да, с медом. Это у меня. Сейчас будем пробовать. Так что, это вот муж мне приготовил, видите, цветы мне купил. Это все Леха сам приготовил, молодец. А зачем ножи-то? Не знаю, блядь. На что нож-то? На это твоя грязная, тебе упала вилка. Дай мне сюда, не знаю, на что. А что я ножом буду помидорку? Это помидорки я сама положила. Алёша вон себе, видите, какой сделал натюрморт. Он у нас такой с юмором. Не знаю, что, конечно, ножом будет, тут будем делать, ну ладно. Ну ладно, приятного нам аппетита. Спиртное мы не пьем. Леша, но... налей себе это, кока-колу. Я сок себе налила. Вчера цены, сегодня обмаян. Миска, хорошо. Вот Ирина, тебя подруга позвала в хинду, а у тебя хинду на дому. Вот, ну а теперь по-испански скажи это же. Ирина тебя позвала в индийский. Нет, по-испански расскажи, что ты приготовил. Твои же смотрят. Это называется... Ой, подожди, надо телевизор выключить. Давай, рассказывай своим друзьям, водилам. Насмотрелся на телевизоре, не надо на теле, в финале интернет, я решил приготовить чикен кури тика масала. Ух ты, чикен кури, чикен кури, дальше? Тика масала. Тика масала, он тогда попробуем сейчас, тика масала. Обещал мне, что не будет это, тут, это курочка тут, курочка нет, а чикен точно же чикен. Вкусно. Не печеный. Ну, в общем, здравствуйте. Ну, это все тот же день, 7 числа. Вот смотрите, я такую группу каталонскую нашла, вообще супер. Мне так нравятся их песни. Арк де Триумф, значит, называется. И вот мне все время, значит, пишут: «Вот, да ты там про короля ничего не говоришь, там да выстави». Так вот, смотрите, вот эти два мальчика-близнеца, они вот на каталонском языке поют о том, что корона чао, типа,
смысл песни, что нам не нужен никакой король, пусть там корона. Ну, в общем, надо, тут вот есть эти субтитры, надо прочитать. Ну, в общем, достаточно оппозиционная песня против короля, против это вообще, ну, как оно называется-то? В общем, не нужна Испании никакая ни корона, ни короли, и типа все, адьос, корона. И вот эта песня идет, она, и никто их и не посадит, никто их иностранными агентами не объявит. И там им не надо будет бежать за границу, чтобы их там не посадили. Вот они, вот здесь, это, ну, против он. Королей этих, династий всяких. Это, послушайте, я выключила музыку, ну, потому что это... Ну, YouTube не пропустит меня, заблокирует.